любого человека наполнена разными эмоциями, и, на наш взгляд, самое важное проявление каких-либо чувств – это улыбка на нашем лице. Смех, радость, приветствие, доброжелательность вызывает в нас этот мимический процесс. А что именно заставляет улыбаться волжан и какую роль играет улыбка в жизни, выяснила на улицах города съемочная группа редакции «Волж-24». Весна, солнышко, тепло, маленькие дети – много всего. Маленькие радости жизни. Дети, внуки, животные. Просто солнечный день. У нас есть собачка. Улыбку вызывает, когда у детей хорошо улыбаешься. Моя семья. Ребенок мой. Да вот даже вы спросили, улыбнулись. Вот это вызывает, да? Да, очень приятно. Солнышко весеннее. Люди встречные, знакомые и незнакомые. Это весна, солнышко, настроение хорошее. Цветы, весна. Новый день, солнце. Солнышко сегодня. Хорошая погода, как сегодня. Улыбка с хорошим настроением связана. А что вызывает хорошее настроение, это, ну, я не знаю, какие-то эмоции позитивные. Мое день рождения. Сегодня? Да. Поздравляю. Спасибо. Здорово. Возвращение домой. Здорово. Анекдоты смешные. Моя работа мне делает счастливой. Я счастливый человек. Я люблю свою работу. Даже хорошая прогулка в такой день. И то уже прекрасно. Улыбайтесь, дорогие волжане. Не забывайте о важности этих эмоций, которые дарят нам позитив и добро. Ведь в одной простой и искренней улыбке заключена сила счастья и любви, без которых наша жизнь просто невозможна.